еще кто-то второй. Потому что будет песня для Маринки. Ребят, 8 часов, все, давайте. Идем. Жара, расскажи пока что-нибудь. Сейчас будем вот это животное будить. Давай я принесу водички, все, а вы начинайте, ребят, уже. Так, ну что, все. Я пойду водички. Там уже кто-то есть? Да. Там человек 3-4 есть. О, всем привет. И твой микрофон. А, микрофон? Вот микрофон. Всем привет! Мы очень рады, что вы постоянно нас смотрите каждый вторник. Это замечательно. Мы очень надеемся, что все это скоро закончится. Вы придете к нам в Водка Рум, и мы... О, спасибо. И мы выпьем вот столько водки. Вот столько. Это будет первое, только первое. А между первой и второй пуля не должна просвистеть. Всем привет. Да. Все но меня там видят, да? Это вода, вода, это вода. И у меня вода. Ириша. Да. И у меня вода. Саша Рапманский, Аркаша. Сашенька, привет. Аркаша, привет. Саша. А какой Аркаша? Кто? Какой? Наш Аркаша. Наш Аркаша, конечно. О, Арчи. Администрация. Привет, администрации. Да. О, привет, администрации. Russian Vodka Room. Ребята, все лучшие люди. Ну тогда, значит, мы смело можем начинать. Лучшие люди здесь. Лучшие люди, да, здесь. Замечательно. Открыли все свои бутылочки, налили все свои стаканчики. Hi guys, our English speaking friends. Пока нет English speaking никого. Но получается русская тусовка. Ну, народ присоединится сейчас. Да. Так, ну что, с чего начинаем? My foolish. Запоем? Прошу. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart, how white the ever-constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's so hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you are lost in the passion of a kiss. For your lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. It isn't fascination or a dream that will fade and fall.
For your lips a match too close to mine. Вот такое мое глупое сердце. Немножко меня многовато, там жира. Баланс ударования. Ну, там я вот так вот пою, это как бы уже ничего не знаю. Друзья, кого, как по ложности, кого убавить, кого прибрать? Кого добавить, кого прибрать. Кого вообще замютать? Да, вообще народ сейчас напишет все, да, кого прибавить, кого не прибавить. Роксаночка, привет. Радочка, привет, дорогая. You'd be so nice. Ну что, ударим по джазу. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all my heart could desire, under stars chilled by the winter, under an August moon shining by. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. Ba-da-ba-da-ba-da, shoo-da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 -
Thank you.
to come home to, you'd be so nice by the fire while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all my heart could desire under stars chilled by the winter, under an August moon shining above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home, to come home, to come home, to end love. And love. Кто-то мне звонит, да, кто-то мне звонит, да, спасайся. Это кот, это кот. Наташка, Наташка, я вижу, что ты звонишь, но я сейчас как-то вот не могу, сейчас в эфире. Это Наташка звонит, Лунёва. Наташенька, я сейчас в эфире, я не могу разговаривать. Включайте, идите на страницу, алло, если ты меня слышишь, идите на страницу в моем YouTube, да, в Фейсбуке, ой, сори, в Фейсбуке. Жерар, напиши, пожалуйста, сообщение, где нас искать. Да. А как здесь отключать? Я не знаю. У меня нет Wi-Fi здесь. Как мне здесь отключать, я не знаю. Так, что I'm дальше? Sorry, сейчас мне просто некогда об этом подумать. Так, ну Маринка там с нами. Марин, ты с нами? Но следующая песня будет, так сказать, сюрприз. Это на моблю с переходом. Там будет песенка, такая песня с сюрпризом. Сюрпризиком. Напиши Наташке сообщение, что мы сейчас в эфире. Со своего телефона я напишу. Напиши, если они нас видят, не видят. У меня, по-моему, очень много. Жерар, не хочешь? Я работу не добавлял. Ну что, песня сюрприз. Миша завелся. Я говорю, еще быстрее, еще.
Как-то так. Это родилась импровизация такая у нас. Это для Маринки. Для Марины. Мариночка, для тебя. Ты все, она, может, Маринка спрашивала уже, но Girl From Ipanema сыграйте. Мы решили, но уже такая песня, уже все играют и играют. Думаю, ну нужно что-то с ней сделать. Во-первых, я решила, что это будет Boy From Ipanema. Вот. Вместе с новым блюзом. Так, ну вот сейчас Миша расскажет про свою песню. Про какую? А. Скажи, что вот только текст написали. Да, сейчас мы исполним мою авторскую композицию. И по-английски тоже говорим. Которая называется «Олена». И слова были написаны буквально вот пару дней назад. Слова сочинила Александра Федорчук. Да, it's amazing, amazing. Совершенно потрясающие тексты. Да. Жалко, что мы еще не знакомы. Надеюсь, что очень скоро познакомимся. Да. Спасибо вам огромное. Да, вот эту песню я исполнял много раз в дуэте с Хендрик Меркенсом, с гармошечником, замечательным и моим другом, и с разными другими составами тоже, с трио. И вот сегодня мы буквально вот за 5 минут до этой передачи, до этого концерта попробовали с Ирой эту песню со словами, и вот мы решили рискнуть и вот ее да. Сейчас так исполнить. Просто очень хочется. Очень хочется, да. Может быть... Давай, да, это совершенно, да. Absolutely new song. So that we play first time. Хочу сказать большое спасибо за такие потрясающие тексты, просто оно... Так, может быть, еще было надо, может быть, было подождать, но очень хочется уже спеть сегодня. Если у нас не получится, это будем считать, что это репетиция. Да. Не судите строго, да, но
спеть очень хочется уже. Like a fairy from paradise, the universe inside of your eyes, a world of wonders opens by surprise. Your smile is like the sun, gives love to everyone, comes out before the morning has begun. Flocks of auburn hair falling down like streams that flow through forests and towns, like rivers, kindness running through your soul. With eyes that make hearts melt with no choice, a heart that speaks aloud in its voice, you touch upon the skies of gray and grace them with your light старались, да. Миша, спасибо тебе, дай пожму твою честную руку за прекрасную музыку. Очень приятно, царь, 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 а мы верно подданные. То есть... Царица. Кто? О, Габриэль, hi, Габриэль, Габриэль. Nice to... Yeah, that was Misha's song. Maybe he knows the Alena song. It's a beautiful, beautiful song. I love it. Кот спит. Можешь показать кота? Показывал пару раз. Показывал уже. Так, ну что? Ты. Вот, и еще одна от великих композиторов песня. The next song from the great composer
written by Pat Metheny. I never had idea to sing his tunes, but it was the 1 or 2 weeks ago. Misha told me, "Why you never sing some tunes from greats?" So, and we decided to do it. We'll try it. It's also the first time we will play it. So. Как сказать, не судите строго. Don't judge, please. Dun 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 Pat Metheny, one of my favorite musicians, and mine. But actually coda here is missing. Ah. Yeah. Is it your first time? Yeah, we'll do it again next time. Yeah, and I'd like to do the coda is missing. Maybe next time I will do with the lyrics because I found it, but I had not a lot of time to make it. So next song might be somebody celebrate birthday today. For our Russian friends. Так, следующая песня будет для наших русских друзей. Игорь, если ты смотришь, поздравляю тебя с днем рождения. Вот. И еще день рождения. Так, Миша сейчас поздравит тоже. Ребята, и вообще у всех, у кого в ближайшем окружении этой даты, день рождения, мы хотим посвятить эту песню им в первую очередь. If somebody have the birthday yesterday, today or tomorrow, this song for them. Yeah, да. That's name New Year of our composer and musician Леонид Агутин. And we would like to wish you the start new year without any problems, any virus, anything. В общем, Игорь, с днем рождения! Хочу пожелать здоровья и чтобы уже начинался год, прямо буквально вот с завтрашнего дня, вот уже никакой коронавирус, никакое ничего, уже не страшно. Не страшно. Нам не страшен серый волк, да. Миша сейчас тоже скажет поздравления. Всех
Поздравляем с днем рождения, с Новым годом, со всеми праздниками. Куда ты поедешь сейчас поздравить? Куда ты поедешь на день рождения? Да. Алексея Пябуса, с днем рождения. Да. Не знаю, смотрит ли он, но на всякий случай. Да, ребята, в общем, всем этой песней желаем всем, чтобы началась новая история, Новый год, новая эра. Новый год. Сначала.
Вот такая песня от Леонида Агутина. It was a song from, but written by Леонид Агутин. Вот, давай to say goodbye сейчас. Вот, одна... now I'd like to sing one of my favorite songs written by Antonio Carlos Jobim. It's sad. It's very sad. It's sad, but we'll make it happy. Да. To say goodbye. Goodbye, it's all over now, you've been gone before, but this time is over. To dream. One more time.
just to say, just to say goodbye. Adios. Обожаю эту песню. I adore this song. It's a little bit sad, but it's lovely. Наш любимый. Наш любимый Антонио Карлос Жобим. Ну и еще одна типа бразильская песня. It's one more, говорят, a la Brazilian song. It's a Brazilian style, but it's Russian. It's a Russian song, and I know that's the somebody from our restaurant, from Russian vodka room. If the, she will with us, she will like it and will dance. Еще одна, значит, русская песня, и как бы для наших девочек, для наших девочек-официанток. А? Какая? Оль, Алюня, привет! Привет! Что играем? Два берега. А, два берега исполняем в бразильском стиле. Да. Как обычно, да, как обычно мы это делаем в Russian Vodka Room. А тональность какая у нас? Ну что, приготовились? Ночь была с ливнями и трава в росе. Про меня счастливая говорили все. И сама я верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. И сама я верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Утки все парами, как с волной волна. Все девчата с парнями, только я одна. Я ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Все ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Русская песня на бразильский манер. Да, но что-то мы редко поем какие-то такие поп-музыки, но вот эта следующая песня, она, я бы сказала, и вашим, и нашим. Скажи по-английски пока. Окей,
Next song we would like to play, written by Billy Joel, Just the Way You Are. And also I would like to remind everybody that we're doing this concert, we call it Russian Vodka Room at Home. Me and Irina, we've been working at the Russian Vodka Room for almost 4 years, every Tuesday. And with Dmitry Kolesnik, a great bass player and a friend of mine, we've been working there for more than 20 years. Every Monday night, so every Monday and Tuesday nights, 7 till midnight, and this place is located on the corner of the 52nd Street and 8th Avenue. So we hope that this situation will be over soon, and please come down to Russian Vodka Room. Ждем всегда. Don't go changing, try to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. La la la.
by Billy Joel. Billy Joel. Да. Ну вот у нас так стремительно, я смотрю, время подходит к концу, а тем не менее самая главная песня еще не спета. И поэтому сейчас we have, in this room, first of all, I would like to tell that we have my husband Gerard. Gerard, помаши ручкой. Технический support, техник support, and the, our cat here. and the most important person, he is Misha Tsiganov on the piano. Ну, потому что так. Но для меня так это... Ну, Миш, посмотри сам. Вот посмотри сам правде в глаза. Ну, на пианино играешь? Играешь. Круто. Песни пишешь? Пишешь. Музыку пишешь? Песни пишешь? Ну вот, the next song written by Misha Tsiganov. The very... страшная песня. No, I'm sorry. I mean that Misha non-written. I'm sorry. Да, конечно. Just Misha written the arrangement, made the arrangement. Но мне иногда кажется, что это Миша написал, потому что ну Кол Портер не был таким наглым, извините. Да, тут такое, знаешь, но только под силу вот. Там Саша Сипягина, например, там такое. Здесь рыбу вот. Заворачивали. Они там, да, рыбу заворачивают, а я теперь мучаюсь, но с удовольствием, да. Так, ну что? Да. Если ошибемся, переходим на блюз. Ну, в любом случае, да. Если ошибемся, переходим на блюз, да. Жерар, ты там... ага, да, все хорошо. Покажи народу. Покажи народу, покажи, ну... Да, потом скажут, вот, над котом издеваются и не хотят, чтобы он их шипел, да. Но это он уже любит, он уже привык, он такой вообще уже душка стал. Он сначала шипел, и тут все это, искал свое место в этой квартире. Но теперь же he found his place in this apartment. Yeah. Ну что? Да. Риск — благородное дело, что... It's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why you wish me home? Why not retire to a farm and be content to tend the birds of the trees? Just disappear, I care for you much too much. And when you need close to me, do we touch too much? 3 minutes, so very sweet, the darling is getting me down. Thank you.
before it's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm when I return to the farm and be contented to tell the birds of the trees? Just disappear, I care for you much too much. And when you need close to me, do we touch too much? The thrill and the meanness of it is sweet, the darling is getting me down. Вообще Миша всегда говорит, что ее, конечно, нужно играть в большом коллективе с барабанщиками, с дудками, там со всеми. Но вот так мы рискнули так тоже сыграть. Но если композитор, в смысле аранжировщик, разрешает, все, я уже Мише приписала все смертные и бессмертные грехи. Да, но я думаю, может быть, мы еще сыграем одну русскую песенку. А? Как ты на это смотришь? А нас, кто нас там смотрит, расскажи. Помнишь, ты сам в прошлый раз ее вспомнил? It's the next song, Russian song, very... it's about love. Not sad, but everybody like it. All Russian people like it. Да? Все же любят это. Да, и вдруг нас там Иришка смотрит, которая всегда любила... У нас была девочка, которая работала... Она сейчас не работает у нас в Russian Vodka Room. Она всегда говорила, такое дело, такое лицо, такое... красивая, и так красивая, но она делала его еще краше, и я сразу понимала, что да, что надо спеть. Отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя, а ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно, и так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, что переждать не сможешь ты трех человек у автомата. Вот так захочешь теплоты. Все отдать. И до того я в это верю, что трудно мне тебя не ждать. Весь день отходя от двери, за это можно все
ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя. Так, ну что, друзья, наше время подошло к концу. Мы всем вам желаем здоровья, радости, всяких успехов. Да, всем большое спасибо еще раз, что вы приходите нас послушать. Вот так вот онлайн. Russian Vodka Room at home. Да, Russian Vodka Room at home. И скоро мы будем да. Скоро мы надеемся, что это будет уже не at home, а прямо там. Да. Так что всем большое спасибо. И мы обязательная вас... программа закончилась, а теперь дискотека. Да. Да. Последняя песня. Последняя песня. И мы будем здесь опять, вот прямо здесь, вот с котом, да. В следующий вторник. И с Жераром. С двумя котами. Да, с нотами, с подсветкой. Да. С певицей и с пианистом. Да. А сейчас все танцуют все. Ребята, всем спасибо. Миша Цыганов. Ирина Зубарева. Да, Жерар Кокейн. Чик, чик, чик. Наш черный кот. Чик, чик.
Да, да. Это значит, все хорошо. Знаете, когда дети смеются, коты отдыхают, плачут, значит, все неплохо. И ему такая была одна большая часовая колыбельная такая. Да, 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 да. Он уже здесь привык. Все, ребята, ждем вас в следующий вторник. Всем хорошего настроения. И здоровья. И здоровья обязательно. Пока.